Здорово, пацаны. Здорово. Сегодня здоровье видали по Евроспорту. Мы вот с Кешей собрались тут сходить за грибами. Ну, что-то вот ходим, грибов нет. Лазили, наткнулись на какой-то громадный заброшенный яблочный сад. Яблоки тут всяческие есть. Но у нас это самое, тут такая тема, найти бы яблоки Антоновка. Они типа зимние, прикольные. Типа до Нового года могут сохраниться. Вот сейчас начнем искать грибы, яблоки и всю фигню. Сами пёс Макс, который одурел, короче говоря, когда увидел много яблок. Покажите, много яблок на земле. Он думает, что это мячики. И он не знает, как их все забрать себе домой. Яблоки здесь всячески валяются. Вот это, я думаю, что это Антоновка, но она какая-то побитая болезнью, что ли, и какая-то мелкая. Сад этот, наверное, бросили потому, что в нем заболели яблоки. Яблоки заболели, наверное, тоже коронавирусом, и поэтому почему-то никто за ними не ухаживает. И стоят они вот бедные, длиною, блядь, куда-то в жизнь. Веди нас, Максим, где до хрена грибов. Вот бы твой Максим бы эти грибы, труфеля, разрывал бы. Прикольно было бы. Что это такое вообще? Да это, наверное, тоже какой-то коронавирус. Или это они просто выродились? Или это какой-то специальный сорт микрояблок? Что там на вкус у нас? Ну, не как Антоновка. Сладковатый такой. Как Антоновка? Не, Антоновка там была. Ну, паршивка дикая. Фу, это, блядь, по-моему... Фу, блядь. Какой-то выродившийся штрифель, что ли, блин. Вот это Антоновка. Это, наверное, переспевшая Антоновка. Что-то, глянь, а что они такие маленькие все, блин, и жухлые какие-то. Мы шли, искали грибы да яблоки, в итоге нашли какое-то наследие СССР. Ангарчик такой прикольный. Ого, Павел, посмотрите, какие же ящики таскаешь-то. Тут был длинный склад. Наверное, отсюда взял. А, ну да. Ну, ящики. А ящики такие древние, с паутинками всякими. Что за газета, Кеша, зачитай. Это не газета, это журналы, инструкции. Вариант 28. Что это такое? Иннокентий, как ты думаешь, что это такое? Это зал заседания политологов. А я вам скажу гораздо больше, потому что глаз у меня на такие вещи наметан. Вот, видишь? Вам ничего, Иннокентий, вот это не говорит? Стреляли. О! Это тир, сюда просто ездит кто-то, блин, палить из стволов. Колонка для великанов. Это колонка для великанов, блядь. Один великан подходит, открывает кран, а второй начинает рот подставляет. Прикольно, слушай. Значит, выпили жиды. А там такой же маленький, да? Метки какие? Ну как. Сколько набралось? Ага. 1, 2, 3. Только в чем это? Я там видел, там еще, во, какой-то там этот, еще какая-то яма квадратная, дикая. Что за отстойник там? Блять, слушай, тут силовой кабель какой-то проходит. А, нет, это шланг. Во, сюда кого-то садить, от пьянки лечить, да? Закинул его сюда, хуй же вы. Грача надо привезти. Грача лечить от пьянки.
Кеша, я нашел гриб. Это, наверное, вот эта курочка и есть, да? Или что ты там ищешь? Какой? Что это за гриб? Какой-то охрененный гриб. Видишь, вот первый гриб нашелся. Начало положено. Да. Но это сразу видно, что съедобный, да, какой-то? Сейчас мы снизу подрежем его. Ну да, похоже, курочка, если только не ложная. Ну что там? Похоже, она. Только у нее шляпка какая-то деформированная, хуй не поймешь. Ну так-то пахнет грибами. Ну да. Дай понюхаю. Да. Кстати, они по одному растут или их сразу много? По одному. Ну показывай там. О, блядь, вот они. Вот оно, грибное место-то. Вот они, грибы-курочки. А почему они называются курочки? Нет, это не курочки. Это даже не курочки. Нет, это какая-то хуйня. Эти червивые совсем. Да, ну это старое, а вот там малое. Насквозь. Зомби! Вон, видишь? Да хрен его знаешь. Зомби! Кеша, как ты думаешь, что вот это за бочечки? А ты знаешь, у меня ассоциация, что это гигантский самогонный аппарат. Да? Вот он, куб перегонный, вот ага. Огромный холодильник, оттуда должно наливаться. Опять, вот, опять наливается все, да? Да. Ты аж шаг ускорил, да? Ну да, здесь в таком объеме. Прикольно. О, слушай, так тут вон что-то капает с него. Вот это оно и капает. Ни хрена себе, с него еще и что-то и капает. Вот это прикольно. А стакан будешь подставлять? Я не знаю, головы уже отошли или нет. Когда перегонка началась. Головы. Вот это головы. Ну-ка, стой. Что это, вода или нет? Попробуй понюхай. Ну еще ацетоном пахнет. Да? Ужас. Смотри, собака пьет. Собака пьет. Да, собака пьет. Максим, как там? Вставляет, не? Не надерешься, он сейчас туда ляжет. В общем, шли мы шли и нашли громадные кусты облепихи. И вот тут просто пропасть. Вот они, облепиховые ягоды. Пробовал. Ну, в ней? Да. А чего она вообще полезна? Я знаю, облепиховое масло помогает от ожогов. А это, кстати, лянь, все усыпано прям в ней. Здесь есть карась, окунь, щука. Она порядком обмелела, но это даже, кстати, и к лучшему. Здесь с берегов тяжело. Вот на лодочке здесь хорошо ловить. Максим, ты там не утони давай. Бедолага там по дну ходит. Не замерз. Да нет, не замерз он. Прикольное здесь местечко, да? Вы не знали об этом? А я знал. Что она есть здесь в лесу, озеро. О, нора! Нора, бобра. Может, туда Максима? Ля, нора! Ё-моё! Кто там? Максим, ищи. 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 Ищи, Максим. Ищи. Что он там нашел? Ищи! Фас! Сыт, да? Боится, да? Дальше не полезет. Не полезет, да, не норная собака. Группа Альянс, да, на заре. Голоса зовут меня. Меня. Кеша, ты ничего не ощущаешь? Ощущаю. Это место силы.
приток прям такой энергии. Да? Да. Это капище Перуна. Это место силы. Место сил. Жертву грибным богам. Это место силы. Здесь переносятся жертвы грибным богам. Да. Ты понял? А самое интересное, почему здесь до сих пор рельсы вот эти никто не спилил? Везде все спилили, а здесь нет. Потому что это место силы. А вот оттуда вылазит, ну, тот бог речной, наверное, да? Из той трубы. Эй! Ты слыхал? С той стороны. О! Там кто-нибудь есть? А где обратная сторона? Обратная сторона Луны всегда темна. Как-то так. Прикольное, да, место силы? Кеш, не ходи туда. Не ходи туда. Я прошу тебя, сынок, не ходи. Кеша, сынок, не ходи. Ну не вернешься ты оттуда. Ну уже ходили до тебя. Ну никто не вернулся. Все пропадали. Всех затягивал. Ты смотрел Стивена Кинга фильм «Оно»? Ну вот это, вот там-то вот оно и есть тут. Дуб, дай мне сил. Мантру Саши Ключа. Дуб, дай мне силу.